Спецназовцы Карелии прошли испытания на право ношения знака отличия спецподразделений Росгвардии. Испытания на право ношения официального геральдического знака впервые состоялись в территориальном управлении. Хочу, чтобы каждый из вас показал, на что он способен, поэтому пожелать вам хочу сегодня удачи. Сотрудники СОБР Карху и ОМОН Илвис продемонстрировали навыки боевых приемов борьбы, физическую подготовку и выполняли специальные упражнения по стрельбе из оружия на время и точность. Из 15 участников пока только 5 заслужили право ношения на форменном обмундировании официального геральдического знака, знак отличия подразделения полиции специального назначения территориального органа Росгвардии второй степени.